Балаковцам непонятно, почему компания, ответственная в нашем регионе за вывоз мусора, не заинтересована в решении насущных проблем граждан. В своей работе региональный оператор использует, к сожалению, сугубо формальный подход. Это при том, что тариф был существенно увеличен. Жители так и не получили ответ на вопрос, почему их тариф больше, почему разница норматива не является достаточным основанием для вывоза всего мусора в частном секторе. Мы считаем, что вопрос вывоза растительного мусора в частном секторе надо срочно решать. Жители платят завышенный тариф рекоператора, а он не вывозит. Сейчас вывозит администрация за счет бюджетных средств. То есть за одну и ту же услугу мы платим дважды. Бюрократических проволочек люди в частном секторе утопают в мусоре. Законы должны работать для людей, но на деле этого не происходит. Люди платят больше, но ситуация становится хуже.